14 февраля – время для всех влюбленных, пар, родственников и друзей. В этом году особенно сложно набраться энергии или энтузиазма, но мы не перестаем думать о себе и укреплять узы, связывающие нас. Из-за коронавируса День Святого Валентина 2021 года выглядел иначе, чем обычно. Закрытые рестораны и частично закрытые кинотеатры значительно ограничивают пространство для влюбленных. Однако это не означало, что во Вроцлаве нет интересных идей. Туристический офис Вроцлавянки подготовил прогулку ко Дню Святого Валентина с гидом под девизом «По следам любви на рыночной площади». Старый кляштер решил устроить особенный концерт в День всех влюбленных. В готическом зале прозвучали хиты любовного рока всех времен. Из-за коронавируса рестораны и тренажерные залы закрыты, но с 12 февраля вновь открыты ледовые катки. Во Вроцлаве можно кататься на катках, например, на стадионе Вроцлав. Кинотеатр «Новые горизонты» приглашал на показ культовой романтической комедии 1961 года «Завтрак у Тиффани». Национальный музыкальный форум провел концерт под названием «Песни любви» и многое другое. Также прошла городская игра для влюбленных. Участников ждали увлекательные истории, логические головоломки, тренировка осознанности, отличные призы и смех. Пары, решившие все задания, приняли участие в розыгрыше привлекательных призов. Торговые центры города подготовили много разных акций для посетителей. В аркадах вроцлавских праздник начался с субботы. Покупатели, которые совершили покупки в этот день, могли забрать воздушный шар в форме сердца. Влюбленным также предоставлялась возможность сделать романтическое фото на фоне светящейся надписи «Love». Несмотря на всю сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, Вроцлав в воскресенье был наполнен любовью, счастьем, улыбкой и красотой.